Всем привет! С вами Психопат Джан. И сегодня мы продолжаем играть в Myst Survival. И цель сегодняшнего стрима — это добыть металлов, это убить босса, это не обосраться. Все, эти три цели мы, я надеюсь, выполним. Ну, за исключением последней, я в ней вообще не уверен. Вот самая низкопроцентная вероятная цель — это последняя. Все остальное, наверное, да. Последняя — нихера. Так, мне тут еще, кстати, посоветовали вырубить вот этот автосейв off, потому что он может сохранять игру в непонятных местах вообще. То есть я внезапно, значит, сохранюсь там перед тем, как умру. И что-нибудь в этом роде. Так, мы включим свет, естественно, включим свет. Ты кто пернул? У меня, кстати, есть вопрос. В случае, если наступает туман, ты не рубишься, что ли? Братюнь. В случае, если наступает туман, зомби ресается в туннеле. Хитрый, тут реально стрёмно ходить. Так, вперед нельзя, туда тоже нельзя. Ну, пошли туда. Вот, это, кстати, насущный вопрос. Если наступает время тумана, а туман наступает, ресается ли зомби в туннеле? То есть я сейчас приду, и тут внезапно везде зомби. Так, мы, кстати, в прошлый раз туда ходили. Я вот хочу сюда заглянуть, что-то есть тут. Это дергать нельзя, да? Ладно, нельзя так нельзя. Тут еще звук немножко запаздывает шагов, и мне все время кажется, что кто-то хтопает рядом, помимо меня. Этот моргающий свет меня тоже нервирует, если что. Так, компоненты нашли. Сифига. Смотри! Ты смотри, как четко прорисована эта система, прям как настоящая. Для игрушки, которая только-только в бета-тесте, это прям... Это прям... Прикольно. Там никто из меня не прыгнет, не выпрыгнет. Чтобы я обосрался немножечко. Я доску нашел. Я молодец. Так. Сохранимся. Мы все-таки решили здесь убить берсерка. Убить его, берсерка. Кстати, напомню, что, по-моему, в комнате с берсерком... Вот я сейчас только немножечко не понял. А почему надписи на русском? Блок D, подожди, лайт убери. Блок D и P, а E. Только уполномоченному персоналу вступление. Вступление. Только уполномоченному персоналу вступление. Куда, в какашку, что ли? Надо, может быть, с этим разработчиком написать по поводу ру перевода. Поменять. Будет прикольно. Ну, то есть, они же все равно это будут менять в любом случае. То есть, ну, эта надпись не имеет никакого смысла. Как бы я понимаю, что здесь имелось в виду что-то вроде вход только уполномоченному персоналу. То есть, или по спецдопуску.
но никак не только уполномоченному персоналу выступления, это как бы. Да, я вот, скорее всего, не обращал внимания, но это прикольно. Первое то, что я увидел, что первый раз видел, что это на русском. Надо им реально написать по поводу надписи, может, попереводить. Так, ладно, берсерк. Берсерк. Так, перелезь, пожалуйста. Все, это непреодолимое препятствие, да? Ладно. Ладно, непреодолимое, так непреодолимое, чё уж там. Возмущаться, что ли, будем что-то есть. Привет, перчик, кстати. Так. Что тут у нас еще есть? Подожди, стой. Это же камень. О, я чуть его за декорацию не принял. Так. Разбивайся, пожалуйста. Опа. Да. В смысле, что у тебя ХП восстанавливается? Я случайно тебя починил, что ли? А тебе еще можно? О, еще можно. А, я понял. Их тут типа два или даже три. Фига тут лута. Я прямо обмазался. Так. Все хорошо. Я буду сохраняться почаще, потому что, ну... Ну блин, это не будет хорошо, если я тут сдохну. Я уже не помню. По-моему, берсерк туда. Берсерк, по-моему, туда. Вот, кстати, медная руда еще, да? Я из нее в любом случае буду крафтить. То есть я надеюсь убить все-таки... босса и пойти покрафтить и на этом пока закончить до следующего обновления. Вот так. Ой, это что такое? Это серебро какое-нибудь? Стамина, кстати, летит с этой киркой, блин, только в путь. Я так понимаю, стамина — это выносливость у нас. Ну да. Это и есть у нас. Что это? Да. Руда. Так. Что тут еще у нас есть? Все? Вот меня больше, я больше всего переживаю, что там не берсерк есть, а тут, ну, может кто-нибудь резнуться. Нехороший, маленький, злой и потрепает мне ХП перед берсерком. Ну, все, я понял, берсерк там. Так что мы спокойненько тут будем сейчас. Ну, я попробую его убить для начала, а потом посмотрим. То есть я хочу нанести для начала ему урон хотя бы какой-нибудь. Потому что в прошлый раз я пересматривал этот момент, когда я его нашел. И проблема была в том, что я шмальнул в него из дробовика, и урона практически не было. Да еще практически вообще не было. Так. Сейв. Надо бы еще стамину погенить как-либо. Я буду пешочком ходить. Внезапный на стене. То есть план пока следующий. То есть это я описался, что ли? Внезапно. Это я так испугался, что руда покрасилась. Да ядрить, сколько вас тут. Так, восстанавливаем. Если у меня не получится его убить, то есть совсем не умагату будет, кстати, вон еще, то я думаю смотаться домой, накрафтить там вообще в хламину всего по максимальной, с максимальным количеством патронов и попробовать его грохнуть. Тогда это будет value какое-то.
Остановилась? Да, стамина летит только в путь, блин, с этой штукой. Так, забрали. Что у нас там, кстати, по инвентарю? Набиваем карманы. Так. Притащить бы еще этих чуваков, которых я спас сюда, чтобы они мне помогли босса замочить. Вот это было прикольно, на самом деле. Это тогда... Но тогда это будет не так страшно. Не так страшно, как сейчас. То есть, минимум, я, например, сыкую его идти убивать. Я пытаюсь всячески оттянуть этот момент. Рычание не слышу. Так, опять что ли? Так, походу опять. Так, дринк, пожалуйста. Что у нас тут еще есть? Ну это я так понимаю, я кругаля сейчас дал? Нет, даже не кругаля. Просто закрытая дверь. И ничего нет. Ладно. Если бы здесь были еще зомбики, я бы, наверное, точно обосрался. Вот странно то, что почему-то здесь нет аптечек. Ну как? Я все-таки его убью или нет? Походу нет. Было бы нормально, то есть там похиляться как-то. Но тогда это будет, наверное, слишком читерно, что ли, проходить эту игру. Но будет слишком простой. Когда ХП восстанавливается вот не от каких-то препаратов, наверное, сложнее намного. Так, ладно. Ну, пошли попробуем его грохнуть тогда. Так. Дробаш перезаряжен, хорошо. 26 патронов у винтовки, это плохо. Так, пистолет. 8, у снайперки нету патронов, да? А что за уязвимое место? Где оно находится? Это голова, жопа, что это? О, кепка, хочу кепку. Можно взять кепку? Нельзя. Черт, нельзя взять кепку. Уязвимое место у босса. Ладно. О, еще руда. Давай ее залутаем. Нижняя челюсть. Блин, в нее еще надо попасть, реально. В нижнюю челюсть босса. Так. Ха. Ну, дробаш, походу, самое сильное оружие в ближней дистанции. Но вопрос только в том, что я не очень хочу к нему подходить, наверное. Так, а если я вот так отойду? А, он типа пропадает? Так не получится, да? Черт. Не считерить. Ай-яй-яй-яй, вали нахер. Ай! Фига ты жесткий. Ядрить! Блин, у меня уже все там течет. Ядрить! Пауза не нажимается во время. А-а-а! Уйди! Да уйди! Че-то он какой-то вообще жесткий. То есть. Я ему нанес, получается, вообще с гулькин нос. Хорошо. Ладно. Блин, а у него есть какие-нибудь там. Топ-слово, я не знаю, что у него там есть, но... Он очень быстрый. Он от него не увернуться. То есть просто отходить от него, как от обычных зомбей, не получится. Он слишком быстрый и слишком большой диапазон у него удара.
Ну хорошо. Может, получится куда-то забраться? Вот так, если забраться, можно? Я за дерево стоял. Блин, не видно ни хрена. Блин, ядрить у него там ХП, конечно. Где он? Ты где? Привет, парень. О, ничего себе, я читернул. Все, ты обиделся на меня? Ау. Так, подожди. У меня кончились патроны. Так, ты где там? Блин, не видно ни хрена. Подожди. Options. Дисплей. Resolution View Mode. Так, подожди, нет. View Mode это не то. О, вот графика. Так, текстуры, ультра, Shadows Effects. А нету тут это. О! Вот так лучше. Нет? Да. Я теперь хотя бы его вижу. Ядрить. Да ты больно вообще-то. Ну я вообще понял, надо. Справа за машиной. Справа за машиной. А. Надо заскочить на какую-то возвышенность, тогда получается легче. Но, блин, он настолько жесткий, что мне не хватит патронов его убить. Ну вот реально не хватит. То есть выстрел из дробаша ему снимает вообще писюльку. Может, надо попадать просто в него начать? Я, конечно, стреляю на панике. Блин, почему ультра хуже, чем... Точнее, лучше... Фу, хуже, чем этот. Ну так просто видно. Я ни хрена не вижу на ультра. Так, справа за машиной. Справа. Ага, увидел. Запрыгивает... Сука! Что ты такой внезапный-то, падла? Я испугался. А, отстань. А... Что происходит? Ау. Погоди. Понятно. Я понял, куда бежать, но, блин, ты так настолько внезапный. Сука, поворачиваешься, он. Что делать? Куда бежать? Лук, стрелы. Ну, можно, кстати, попробовать. Ну, блин, почему он с дробаша-то такой маленький урон? Я думал, что там 20 патронов на него хватит, а там, походу, сотни не хватит. Ну да, я уже понял. Просто если стоишь за перилами, то не падают эти сосульки сверху. Привет, парень. Чё как? Бежал. Отстань. Опа. Смотри. Эх, эй. Привет. Он от перила, да? Отлично. Так, теперь аккуратненько целимся. Не попал, да? Хорошо. Ну, письку мы ему какую-то сняли. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом.
Не, не хватит патронов на него. Все, он завис. Отличный босс. Так. Хорошо. 5. Так. Киркой. Киркой его ушатать, да? Так. Ну, блин, он очень мало снимает. Я не уверен, что я его мне хватит 20 патронов на него. Опа. Пам. 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 У меня 14 патронов всего осталось. И он как бы... У него только треть. Я не представляю, как его убивать по-честному, если честно. Вот вообще. То есть, если там с ним драться, с учетом неповоротливости персонажа и его ОПшных атак, это нереал. Так, у меня кончилось. Так, 4. Патрон пустой, этот пустой. Топор. Я не смогу к нему так. Ой. А эти штуки тебя дамажат? В смысле, ему вообще по башке прилетело. Не кричи. Да не кричи. Ры-ры. То есть из всех патронов? Ну чё ты? Давай поговорим. Давай просто общаться. Я не могу по нему попасть. А чё мне на батарее ещё? Не ори, я думаю. Подожди. Да, походу лук и стрелы это прям единственное ОП, которое может придуматься. Его рублю. В смысле? Видишь, я нашел способ с топором. Только ни хрена не пашет. Слышь, а почему я тебя не бью? Ты обниматься хочешь, что ли, чувак? Что происходит? А, вот, все, лагал. А я все равно его не бью, так что без разницы. У него отнимается что? Отнимается, ты смотри. Так, подожди, мне только надо подлечиться. Тритмент. Бежит его хорошо. А и все. Понятно, все. Все с ним ясно. Короче, я понял, да, надо уходить и крафтить патроны и все в этом духе. Ну, потому что на него надо реально много всего. Я даже не думал, что он такой жесткий. Ну, то есть, получается, сколько у нас было? 28 патронов в дробовике, 28 патронов в пистолете и 26 патронов в автомате. И он умер наполовину. Не густо. Ладно, насобираем еще камушков и тогда пойдем. Блин, я не очень люблю собирать, на самом деле, потому что это превращается в гринделку. Так. Но, похоже, это придется нам проделать.
чтобы накрафтить больше патронов и стрел заодно с луком. Стрелы, не, подожди, стрелы у нас есть. У нас они там много их у нас есть. Нам нужны... Нужен сам лук. Нужен сам лук. Стамина летит, блин, только в путь. Так. На какашки похоже. На козьи. Не то, чтобы я был спецом по козьим какашкам, но похоже. Да, я отключил тени, потому что вот реально босса не видно. Сейчас я включу обратно, потому что атмосфера пропала. Идем хай ультра. Во. Так лучше. Так мне хочется уже обосраться. Все, стамина кончилась. Сейчас сходим. Хитрите, подумал, кто-то идет. Да, с тенями тут уже как-то стремновато. Очень даже. Ну, я тупо буду отключать тени на босса, скорее всего, потому что, ну, не видно его вообще. То есть какая-то тень там носится. Я, конечно, за атмосферность, но если его так сложно убить, то стоит, наверное, отключить. Прям тут пару печек. Ну, кстати, да, резонно. Ну давай, стамина, восстанавливайся. Ну что ты как беременный тюлень? Да. Так, ладно. Что у нас там в инвентаре? У нас уже все почти заполнено. Я думаю, там на выходе еще будет парочка кусочков. Мы их разберем. Пока стамину погеним. Он все равно бесконечно респаунится, я так понял. Надеюсь, меня никто здесь не сожрет. По дороге. Эх. Но... А, у меня же свет выключен. Думаю, что-то темно, как в жопе негра, блин. Шо это? Здесь же один путь, да? Так, главное здесь не промахнуться, наверное. Здесь где-то будет поворот направо. Вот он, кажется. Ну, я же говорил, тут будет. То есть они тут вообще респятся друг в друге, да? В общем, я понял, что проблем с ресурсами подобного плана здесь не должно быть вообще. С учетом того, как они респятся, просто надо долго-долго бить. А, как оказалось, у босса очень много хп, просто дохера хп, то есть мне не хватило 28 патронов в упор с дробаша в него, плюс я с него садил еще 28 патронов из пистолета и 26 из автомата, и ему все равно не хватило, я снял только половину хп, половину. Как мне тут подсказали, лучше всего скрафтить лук. Собственно, что я и сделал. У меня best look, что можно скрафтить. Я скрафтил колчан на 2 слота, колчан на 3 слота. Вот, заполнил их всех стрелами. Прям все обмазал со стрелами. Я так понимаю, что их можно потом вынимать из босака и снова заюзать.
И с этим арсеналом мы пойдем к боссу. У меня патронов для пистолета, так, для дробаша у меня стало на 2 патрона меньше, потому что я раздал их своим друзьям. Сейчас, кстати, протестим, как они будут защищать нашу базу. А патронов для пистолета у нас стало побольше. 38, было 28. А у нас также... У нас осталось для автомата столько же патронов. И у нас появилось 16 патронов для винтовки. То есть вот, которая с оптическим прицелом. Так вот. Мы с таким арсеналом попытаемся наконец-то убить босса. А сейчас посмотрим, как работает наша защита лагеря. Ну, кстати, я погриндил еще, если ты не смотрел прошлые стримы. Я решил погриндить и надрочить. Женщины не могут договориться, кто у кого майка круче. Решил погриндить и накрафтить кучу всего, чтобы у меня было все нормально с водой, с едой, с ресурсами. То есть я привел все в порядок, очистил вот эту комнату от хлама, захламил вот эту комнату, потому что мне не хватило места. Вот, все привел в более-менее порядок, накрафтил дистиллятор наконец-то, сгонял за водой. Ну-ка. Ты меня увидишь? Друг мой. Алло! Алло! Эй! Алло! Друг мой! Да ты будешь меня увидеть, нет? Как можно? Вот значит, подойди к тебе, ты меня увидишь, да? А как... Издалека не можешь. Чё за хрень? Блин, он мне этот дал, да? Давай выйдем в меню, перезагрузимся. Я просто хочу сейчас с боссом подраться, и я не хочу получать травмы лишние. Нахрен это надо, мне так уже... не так много этих медицинских китов осталось. Накрафтили. В общем, я привел все в порядок, как ты уже понял. Я накрафтил дофига всего. Сгонял тут в город. Кстати, я гонял в город и, ну, я искал ресурсы. И должен тебе сказать, что это полная хрень. Просто реально полная хренотень. Можешь даже в город... Ну, не знаю, может, у меня так плохо ресурсы прогрузились, но у меня в городе ресурсов не было вообще. Ну, там вообще сгулькин нос. То есть я нашел там пару патронов буквально. И всякий хлам не нужен, там типа бутылок или что-нибудь там вроде. У меня бутылок просто до хрена. Курочка! Курочка из KFC, иди сюда. Зайка. Ой, не хотят они, короче, со мной общаться. Ну их нахрен. Давай тогда отдохнем просто. Мне кажется, зомби там начали размножаться. Что с вами? Ау! Да блин, убейте их, пожалуйста! Я оснастил их кучей пистолетов, пулеметов, патронов, всего. Они все равно продолжают быть бесполезными. Что за жизнь? Блин, а были бы они хотя бы как мародеры, а? Мародеры там вообще спамят так хорошо. Слушай, а может одну снайперскую винтовку типа одному дать? А, подожди, я оружие не могу скрафтить, да?
Опа. Да блин, ну ты заманал. Серьезно. Отвлекайтесь. Так. Чё у меня по ХП? Не, лучше... Лучше я выйду в меню, перезагружусь. А, потому что... Ну, блин, у меня кровотечение, у меня нужно полное ХП на босса. Ну нахрен. Ну нахрен. Блин, эти... Они косоглазые, вообще писец. Я так понимаю, что надо быстренько открыть дверь, свалить в комнату, чтобы он меня не успел догнать. Что-то они больно шустрые, значит, стали. По-моему, они были медленнее. На эти зомбики. А может, они сами там это... Пацаны, откройте дверь. Валим. Опа. О. О. Разборки начались. Вот зомбик за дверью. Не, они не могут попасть. Там какие-то жесткие разборки. Ауф, ауф. Все, выживших положили. Второй заход. Да чего вы такие долгие, а? Ну серьезно, они там уже полчаса их валят. Я не хочу открывать дверь пока. Пусть они там развлекаются. Я буду уже с топором сидеть наготове. Вдруг мои чудики решат открыть дверь все-таки. Ну-ка. Бля. Я спрятался. Там три зомбя, три калеки там бегают, блин. Они там с дробаша не могут их положить. Ну один с пистолетом, все остальные с дробашом. Походу туман раньше кончится, когда пока они их пристрелят. Я думал, они хотя бы в этом кейсе будут полезными. Оказывается, ни хрена. И как были бесполезны, так и остались.
поесть пока что, да? Давай, сохранимся. И поедим. Тут ман уже кончился. Ну, почти. Все? Вы справились наконец-то? Во, лута с них нападал. Соль, картохи, микрочипы. Молодцы! Вы смогли! Троих зомби положить, блин. Как же вы долго это делаете. Так, ладно. Что у нас тут? Вот у нас к брокколи пойдет картофан. Микрочипы у нас где-то вот здесь были. Ага. Слот для бутылочек вот здесь. Все? Все. Пропусти, пожалуйста. Ой, мне поломали окно, и там поломали окно, но это не важно. Женщина, отойди. Фу. Тьфу на тебя. Так, заполни, пожалуйста, водичкой. Ну и все, я думаю, пора уже идти. Что у нас там по ХП? По ХП хорошо, по голоду хорошо, по фатигуе тоже хорошо. Время. 16:21, давай-ка подождем. Подождем потом до утра, часов до 8 утра. Восстановимся. 15. Давай вот так. Еще часик. Давай подкрепимся тогда. Кушай. Так, антилы на впей. Так, утрица. Утрица. Часик еще давай. Всего часик. Так, чтоб. Даже мадамы проснулись. Даже уже эти мадамы. Ты, парень, все еще в боевой стойке? Ой, как тебе. Как тебе раскорячило-то. Ладно, хрен с вами. Во. Все. Так, мы готовы, в принципе. Мы готовы. 40. О, ты смотри, 5 литров перегналось за это время. Ничего себе. Так. Где-то бутылки с водой из озера. Я натаскал. Ну, потому что мне внезапно почему-то кончилась газировка везде. Мне даже пришлось у своих архаровцев ее подзабирать, чтобы ее восстановить. Ну, так получилось. Так получилось. Что ж, сейчас мы едем тогда босака наконец-то завалим. Я надеюсь, что у нас это получится. Ну, мы накрафтили до хрена всего. Мы прям готовы к бою. Мы знаем читы, как его валить. Так, стой, не туда. Давай на дорогу вернемся. Так, опа. Мы прям мастера езды, не впилились даже никуда, ни в какое дерево. Напомните, где еще этот шахты-то? Я уже забыл. Шахты, по-моему, где-то вон слева сейчас будут, да? То есть нам через вот это поле аккуратненько, чтобы не впилиться. Так. Нам вот куда-то туда. Сейчас вот прямо, потом направо. Вроде. Ну, шахта в любом случае вдоль горы, а нам как раз тут сюда надо заехать. А, вон, по-моему, заезд. Да, вон заезд. Да? Ведь он же.
Вот он, да. Оп-оп-оп-оп-оп. Что-то мы разогнались. Опа. Отлично, мы пришли к шахтам. Теперь надо зайти в эти шахты, не обосраться при этом. И при этом не обосраться. Знаешь ли, это вообще квест-квест. Потому что мне лично в этих шахтах стрёмно, прям до жути. Не знаю почему. Наверное, потому что у них, когда ты в них заходишь, у них же такой же звук, как в этом. Когда туман начинается. И мне постоянно кажется, что сейчас из-за поворота выпрыгнет зомбярь и начнет квасить мне лицо. Я пока не буду собирать, потому что у нас цель, собственно, главный зомби. Что-то такое трещит, как будто кто-то еще ходит. Здесь мародеров нет случайно. Так. Вот сюда нам. Нам сюда. Мы вот сейчас встанем прямо перед босаком. Прямо перед босаком. И сосейфимся. Отлично. Никто за мной не идет. Впереди босс. Отлично. Так, есть один нюанс. У нас очень-очень-очень-очень тусклый босс получается почему-то. Настройка графики на ульте. Поэтому мы его... Custom low. Вот, сделаем low пока что. Может быть, по-другому можно как-нибудь options. Ну, хотя бы не low, потому что он реально плохо выглядит. High. Блин, ну не, ну не то. Я просто вообще не вижу босса. В этом минус большой. Ультра. Кастом лоу. Хотя подожди. Знаешь, что в чем? Сделаем ультра. Текстуры, тени. Во. И только тени сделаю лоу. И вот тогда, вот вообще нормас. Вообще нормас. Все видно, и графика хорошая. Пикселей не видно. Отлично. Погнали. Так. Ну, с Богом. Ры, фу, фу, уйди, пожалуйста. Уйди, 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 уйди. Уйди. А, блядь, я испугался. Так, отлично. Опа. А я в домике. Давай, заходи, дорогой. Пам. Отдай стрелу. Он дал мне стрелу, да? Опа. Опа. Ой, блин, это, конечно, долго мы будем делать. Стрелу отдай. В смысле, почему ты мне инвентарь открываешь? Почему он на кнопку E открывает инвентарь? Эй, и так нечестно. Мы так не договаривались. Так. Отдай стрел, пожалуйста, а, мужик. Да почему ты открываешь инвентарь-то, я не могу понять. Ну-ка. Отдай стрелы. Так, ну-ка, может сменить оружие? И тогда стрелы он возьмет. Так,
охренели. Ну-ка. Близко нельзя, да, подходить. Да, блин, хватит инвентарь открывать, пожалуйста. Дай мне стрелу. Так, я взял стрелу, да? Так, я взял вторую стрелу. А, нет, все стрелы взял. Промахнулся, что-то он не вовремя дернул. Да ты не переживай, у меня еще стрелы, вагон и тележка. Да почему открывается инвентарь-то, я никак не могу понять. Упс. А может он открывается? Типа с него лучше? Это забавно. Забавно помечаются эти стрелы. Так, парень, ты сюда давай. Ну да, стрелы. Ну да. Ты не кричи. Все будет хорошо, ты только стрелу отдай. Да отдай ты стрелу. Так, одну. А нормально он застрял. Так, понятно, я в него не попал. Во, нормас, теперь это просто надо долго его отдай. Ну-ка, оп. И еще на, оп. Мы его завалили. Сохраняемся на всякий случай.
Ну, рыков я не вижу. Точнее, не слышу даже. Так. Во, я же говорю с ним. Прикольно. А стрелы ты мне мои отдашь? Так, вижу стрелу. Еще одна. Типа он анлочит новые здания. Окей, ладно. Я, пожалуй, пережду этот туманчик. Мне что-то не хочется ходить. Так, сейчас, погоди. Ну, он дал какие-то новые строения. Я так понимаю, что его надо использовать, и тогда мне откроется, типа, что-то я могу строить. Ну, собственно, мы его завалили. Ура! Фанфары и все дела. А, мы просрали парочку стрел, но это не страшно, я думаю, у нас их там завались. Так, оп, оп, оп. То есть мы три стрелы просрали. Три стрелы, это не страшно. Хоп, хоп, хоп. Все. Эхей! А, они еще и недоступны сейчас. Я думаю, что в новом обновлении тогда посмотрим, что это такое. Сохранимся, типа мир сохраним, базу сохраним, будем посмотреть, что будет добавлено и так далее. Вот. Так что мы наконец-то справились. Я же правильно понимаю, что вот это сейчас туман, и в нем будут появляться зомбари, да? Будем ходить тогда с дробовиком. Потому что он быстрее, чем лук перезаряжает. Точнее, стреляет. Туда нельзя, что ли, пройти? Ну, блин. Что же вы со мной творите? Вообще, у него в голове была еще одна стрела. Но она, видимо, за этой штукой пропала. Ну вот, мне повезло, походу. Я счастливчик. Я сейчас, блять, я сейчас обосрусь точно здесь. Ну вот реально. Чует моя жопа, что я здесь обосрусь. Ну, рыков я не слышу. Рыков я не слышу, это хорошо. Поэтому будем просто руду собирать. Пока что. Соберем руду, отправимся на базу и закончим на этом пока что эту игрулю. Так, у меня еще он ногу успел повредить, блин, зараза. Ты. Все, тут больше ничего нет. Будем спокойненько ходить. А, вон есть. Тогда будем просто расслабляться. Все, мы выполнили то, что хотели. У меня прям камень с души упал. Блин, опять не этот. Сколько можно, блин, тратить эти повязки?
А Берсерк, я так понимаю, респается. То есть, если я уйду и приду сюда снова, он рестится, его можно будет побить еще раз. Ну, на случай, если с него там добавят лута или еще какую-нибудь хрень еще. Я быстрее сходить стал. Или мне кажется. Или моему персонажу тоже страшно. Пока никого не вижу. Может просто на туман не на туман, точнее, как это сказать, зомби-респ не распространяется на этот, как называется, на туннель. Типа максимум, что он может, это зайти в него там на входе. Ну, рыков я не слышу. Да, его убивать довольно нудно, то есть это превращается просто не в поиск его слабых мест, там какой-то тактики и уворота, а превращается просто в поиск чита, который его убьет. Ну, по сути, это чит. Возможно, просто добавят мобильности персонажу и будет что-то вроде, как называется, ну, у ворота, то есть у него будет способность уворачиваться, и она полностью будет раскрываться как раз вот на боссе. Тогда имеет смысл его как-то валить, это будет прикольно. А пока мы кирку доломаем, чего уж там. Коль все равно здесь. Этих ресурсов, блин, надо до дури. Просто до дури. Не слышу рычания. Не, походу либо в определенных местах только. Не слышу. Сейчас так оборачиваюсь, а там толпа зомби-то. И ты такой, ты-ды-ды-дын. И немножко вырубил эту игру, больше никогда не запускал. Там есть еще какие-то шахты? Ломается. Я думаю, эту игру в любом случае доведут до ума. А я не понимаю просто, почему ее до сих пор не довели до ума. Но она прикольная, реально. То есть здесь выживалка, зомби, интересный сеттинг и довольно крипово сделано. То есть, несмотря на небольшой бюджет, она реально иногда пугает.
И я надеюсь, что я когда-нибудь сделаю прям вот по качествам не хуже Раста. Это было бы тогда здорово. Но не уверен на самом деле. Может быть, просто ее забьют, или там есть другие приоритетные проекты. Или пока инвесторов не нашли. В общем, ну так-то инвесторов можно найти на Кикстартере, например. А, вертикально-ракетная шахта. Не, такой нет, не, это нет уже. Это печальненько, так бы я залез. Туман прошел, походу, да? Здесь непонятно, здесь всегда такой звук, как будто сейчас пиздец настанет. Это игра по типу, как Майнкрафт, знаешь, что чувак делал ее десятками лет, и потом она выстрелила прям вот. Прям вот. Не, не Майнкрафт, Террария. Террария. По-моему, а хотя Майнкрафт то же самое. Там только, по-моему, несколько чуваков ее делали. Знаешь, такой проект на много-много-много-много-много лет. И потом он выстреливает и такой: «О, я обмазался миллионами долларов». Ну да, ее же вроде как хорошо так продали, то есть она ж не бесплатная. Игрулька-то. Плюс на нее много обзоров и всего-всего-всего остального выходит. Сколько я помню, даже Куплинов ее стримил когда-то, то ли в прошлом году, то ли где-то еще. Блин, но мне все равно стрёмно здесь ходить. Даже с отключенными этими тенями здесь очень стрёмно. Ну, как бы да. А, насколько я мне известно, такие проекты, конечно, их много, но далеко не все выстреливают. Там максимум 1%, по-моему, этого всего счастья. Может выстрелить когда-нибудь, а может и нет. Майнкрафт, что у нас там еще такое есть? Майнкрафт, Террария, с блоками что-то еще же есть. Там, скорее всего, куча пародий появилась. Плохих и не очень. Террария только 2D-шный Майнкрафт. Все, выходим. Выходим и едем домой. Наконец-то. Уху! Мы увидим. Здесь наш цель такая: убить и добраться до дома после этого. Главное не разбить тачку. По-моему, мне там уже двигатель и свечи уже на последнем издыхании. Тири-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Кстати, я тут узнал такую вещь, эти трактора можно разбивать. Это долго, но полезно. С них падают эти компоненты и металлолом. Что, кстати, у меня с ними почему-то дефицит дикий. Приехал в город, я, может, уже говорил, приехал в город, там пустота, пустота вообще. Ни металлолома, ничего. Только зомби эти ходят. Как называется, мародеры. Только вот, правда, топор от этого страдает очень сильно.
А если по колесу ударить? О, смотри, она тоже рубится, но как без звука. Прикинь, проработано как, а? По колесу. Нет, вот сейчас не по колесу. А, стамина кончилась. Прикинь. У меня прям отлегло, прям хорошо. Убили наконец-то босса. Ура! Лут! Хе-хей! Ну, как бы в Майнкрафте можно творить и придумывать самому историю. Это прикольно. Но ты же придумаешь только свою, по сути, и она будет для тебя, естественно, самой крутой. Но в то же время хочется посмотреть и на истории других людей. Хотя Майнкрафт тоже позволяет это делать. Я думаю, что у него минус это, наверное, графика. Хотя, насколько я помню, не пару месяцев назад вышел крутой аддон для Майнкрафта, который там делает прям более-менее хорошую графику. Так, здесь бы главное не впилиться куда-нибудь. Протиснусь. О, протиснулся, огонь. Ну, не знаю, у меня к нему такое спорное отношение. Он вроде прикольный. Можно там создать, но это потребует столько много времени, блин. Так, свет, пожалуйста. Я помню, там в новостях читал, что чувак за 4 года построил там Екатеринбург, кажется, свой родной город в Майнкрафте. Это прикольно. То есть прям вот. Прям вот прикольно. А еще я думаю, что можно попробовать вместо того, чтобы гриндить и создавать это все дело, заскриптовать. Ну, то есть, по сути, это же все расположение блоков определенного типа в определенном месте координат, то есть x, y. И если это делать не руками, а прям скриптом, так, я не туда свернул, то это будет в разы быстрее, во-первых. И можно так отрисовывать в том числе и реальные города. То есть взять какие-нибудь Google карты, засобачить, ну, как бы выдрать из них дома и расположение домов, и скриптом обработать расположение домов, и высоту задать и так далее. То есть пропорционально задать высоту и какие-нибудь там соответствующие им блоки. Тогда будет вообще прикольно. То есть ты, по сути, загнал это всю Google карту, как бы кусочек там Санкт-Петербург или там Москву или какой-нибудь Воронеж, Самару, Тольятти и так далее. Загнал эту штуку, и оно тебе само построило сразу. Все построило. Это прикольно. Может сделать. Это не... Блин, убили. Надо 4 гвоздя и доски, да? Так, я помню. У меня тут срач есть. Доски. Гвозди. Хе-хей. Все есть. Мне нужен молоток, да? И тут есть набор запасных инструментов где-то. Вот он. На случай трудных переговоров. А, типа его надо в руки взять. Серьезно. Вот это тоже вот бесит. Ты не можешь менять оружие, которое у тебя в текущее. А, надо вот так. Понятно, все с тобой. 80. 100. Отлично. Мы его забетонировали, это стекло, это окно. Так, у тебя сотенка. Опа.
Опа. Опа. Какая жопа. Так, что у нас там по воде? По-моему, мы уже... Во, да, он уже все сварганил. Раз, два, три. Три не получилось, да? Парня раскорячило, по-моему. Когда выходишь из качалочки такой. Так, что я хотел сделать? А, точно. Точно. Я хотел вот так сделать. И еще хотел закинуть всякое дерьмо туда наверх. Так, сюда. 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 Ой, все. Коль мы навели порядок, вот теперь будем разводить срач. Че нет-то? Срач это наше все. Все. Срачельник, эй. Так. Хоп. Сколько у вас? А, максимум 8. Так, хорошо. Это мы тогда скинем здесь. Гранаты тоже здесь. Все здесь. Отлично. Все. Ой, не задел вообще. Не, ну слушай, Майнкрафт, он действительно классная игруха, но... Не, ну он просто классная игруха, как бы. Можно долго спорить об этом, то что он может быть не классный или так, какой-то не такой, но в любом случае классная игруха. Че тут спорить? Как бы родоначальник всех подобных игр вообще как класс. То есть он задал такой формат. Так, я кого-то тут... Где-то здесь гвозди были. А, вот. Отлично. Я кое-как заделал. И не выключил свет, да? Оп. Так. Отлично. Чтобы взять бутылку, надо подвинуть табурет этот, да? Хорошо, так, 2 литра. Залить. Так, вот это тоже мне дым раздражает. Забрать 2 литра. Так, 2 литра залить. Забрать 2 литра. Вот главное, когда ты заливаешь, у него написано, сколько литров ты должен залить. А когда ты забираешь, нету. Чё за фигня? Если уж делать, то тогда делать все. Так, давай. Ночь наступила. Ночь наступила. Жопа тебя слиплась. Особенно, когда вот эти тихо так ходят здесь. Так, забирай. Забирай меня скорей. Возле за стоморой. Так, 10 литров, да? Ты пикап. Я же его вроде заполнял, да? 2, 3, 4, 5, 6... По-моему, тут максимум 6 литров. Сейчас попробуем еще 1 литр дать. Получится? Нет, не получится. Я так и думал. Я так и думал. Так, спички, 4 полена. Ой, у меня живот крутит. Живот крутит. Ип. Так, антионов. Good. Так, одну бутылочку тогда оставим себе, остальные на сохранку. Оп. Так, вот это оставим как раз. Оп. Эти будут пустые тут тусить. Так, и нужно что? Правильно, нужно полежки.
нужно поленья, спички и хворост еще. Вот это. То есть вот это есть. Вот у меня раз, два, три, четыре. Ровненько. И спичонки. Оп. Все отлично. Отличненько. Зажигай. Эй. Пух. Что ж, я думаю, что на этом все. Мы продолжим стримить эту игрушку тогда. В смысле, мы. Я продолжу стримить эту игрушку, когда она получит апдейт очередной. Какой-нибудь большой глобальный апдейт, потому что мелкие апдейты я не думаю, что имеет смысл. Я не растяну их на час. Вот. Обработанная версия этого всего счастья выйдет на ютубчике. И все, я думаю. Мы вроде бы уже все посмотрели. Единственное, наверное, тут осталось только свет накрафтить. Чтобы будет, да будет свет, сказал монтёр. Как мы знаем, что-то там натер. Вот. Большой апдейт, по-моему, завтра будет, да? Завтра будет большой апдейт, и можно как раз свет построить и посмотреть на апдейт. Вот. Вот такие дела. Что ж, спасибо за просмотр. Спасибо, что комментировали. Это реально полезно для канала, потому что от количества комментариев растет рейтинг канала. Как это ни странно, для Твича это важно. Вот. И до завтра. Увидимся тогда снова в 9 часов. Всем счастливо. Всем пока.